А сейчас рыночек в Таллине. В Таллине. Около автовокзала рыночек. Так. Польская клубника. 1 килограмм 2,80, 2,50. Польская. А вот есть очень вкусная, уже эстонская. Сейчас я покажу. Эстонская. Такая. Эсти. По 7. Эсти. Мега супер магус. 7,50 евро. Но зато очень вкусненькая. Ну и вообще, что тут? Арбузики. Это уже какая-то интересная ягода. Я даже не знаю, что это такое. Но он там мустикас. Есть по 9,50. Жимолость 18,50. Дорогая. Кстати, тут отрезанное. Попроси, тебе делают ломтики вот здесь вот. Попроси 3-4 ломтика отрезать. Не, не хочу. Пока. Сейчас. В общем, вот так. Арбузик. 2 супер магус. Это супер сладкий. Иран. Но есть Иран, Марокко. 2,50 килограмм. Польская клубника примерно 2 евро. Курк леду 2,90 курк. Помидорка 3,50 килограмм. Тоже польские помидоры. Черешня вот это 6,50 евро. Прекрасная черешня, кстати. А супермагус 15,50 тоже, да. Очень вкусно. И есть и такая же масика 7,50. И Волгома. Волга. Белая земля. Волгома. Сорт так называется. Белая земля. А польская 2,50. Ну и так. В общем, рыночек около, недалеко от Буссиям автовокзала. И он работает так допоздна достаточно, каждый день, очень удобно. Вот рыночек в Таллине. Таллин, Эстония, прямо сейчас на рыночке. Ну, в основном польские вкусняшки. Ну, арбузы, понятно, что это Марокко и... А, хотя есть вот эти вот арбузики узбекские там дальше. Вот это узбекские. Эти дыньки узбекские. Ну, так вот. Кеск, турк, кеск. Центральный рынок.